Хэшки, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть в Супраленд, и в данный момент как раз таки мы побежим в кое-кое место, в котором я еще все еще не был. Не помню, как туда бежать, если честно, но я думаю, мы сейчас с вами поищем, найдем. Опа! А здесь я не могу, что ли, запрыгнуть? Вот это поворот! Вот это поворот, конечно. А как мне усилить эту штуку? Не, могу, могу, все нормально. Так, мне нужно забраться обратно. Кто там стреляет, все верно. Все время меня кто-то стреляет. Посмотри-ка, а. Так, это ставим под собой. Запрыгиваем сюда. Возвращаемся обратно к самому началу, откуда мы начинали здесь. Ну, именно в этой локации. И сейчас мы должны будем с вами... Ага. А здесь можно вообще? О, можно. Все отлично. Здесь где-то должна быть, ребята, гигантская яма. И именно туда мы и направляемся, потому что в этой яме у нас есть какие-то интересные как раз-таки предметы. И должен быть сундучок, если не ошибаюсь. В прошлый раз, когда я увидел эту яму, я просто испугался туда прыгать. Мало ли мы разобьемся или еще что-нибудь случится, правильно? Зачем рисковать, когда можно не рисковать? Ой, не попал. До свидания. Вот этот говнюк отбивает. Сколько же вас здесь, а? Это что такое? Это уже было активировано мной. Видишь, не работает почему-то телепорт. Или как это назвать? Она должна нас откидывать туда, в эту сторону. Короче, вот эта вот попрыгучка, она не включается. Ух ты, говнюк! Два удара выдерживает. Ой. Сколько же вас здесь, а? Вон, посмотри, сколько их. Просто они повсюду. Они повсюду здесь. Вон, он родился только что. Как лунтик прямо. Здесь открыто, нет? Что у нас тут спрятано? Не знаю, ребят, как-то туда можно попасть. Я думаю, там видно что-то. Там труба, походу. Эту трубу, видимо, нужно активировать, и она разломает эти доски. Но это лишь предположение, так оно или нет. Я не знаю, смотри, где-то можно найти ключ, этот ключ как раз-таки здесь что-то открывает, и там, кстати, сверху, а могу сюда забраться, давай проверим. Не, не могу. Там сверху есть какая-то кнопка. Ну давай, ладно, спускаемся в эту непонятную. Ой. Ой-ой-ой, здесь даже такой проход есть. Ты прикинь, я хотел вниз спускаться. И секреты какие-то тут ставят. Монетки! Отлично. Лишними не будут. Видишь, секретная какая-то комната. Ой. Музыка прекратилась. У нас есть камень. Ставим камень. И что произошло? А непонятно, что произошло. А это что такое? Я не могу из железяки эти ломать. О, так мы здесь были. Ничего себе. Это тот самый проход, ребята, где мы были в самом начале игры. Офигеть, вот это да. Видишь, как все запущено здесь. О, опять сундучок. Ой. О, вероятность критического урона плюс 5%. Вот это то, что надо. Может быть, еще какие-то секретики найдем? Может быть, если я спускаться буду осторожно и медленно, то я что-нибудь найду. Давай-ка подсветим себе. А куда здесь спускаться? Здесь уже некуда спускаться. Здесь стоит только прыгать. Я не знаю, куда мы, ребят, сейчас придем. Здесь какая-то страшная локация. Так, сундучок. Вон, смотри, стоит какой-то чувачок. Опа. Урон пушки плюс 5. Лишним не будет. Че, свалился, да? Не справился с моей силой, с моей мощью. Мощью моего меча прокачанного. И это, смотри, какая-то штука. Опа-на! Что я нашел? Я нашел ключик. А как мне его теперь донести-то до туда? Мне нужно его вынести наверх. И там как раз-таки будет замочек, куда используется эта штука. Я не понимаю, слушай. Где-то здесь должен быть подъем. И, кажется, я его нашел. Если честно. Это было быстро. Я думал, мы будем искать его гораздо дольше. Ключик забираю, проходим сюда. И мы оказываемся здесь. Мы оказываемся здесь, ребят, там, где я и предполагал.
О, эти говнюки уже собрались здесь. Не стреляем? По мне стрелять нельзя. Я главный герой этой игры. Так, надо жизнь восполнить быстрее. Кушаем. Так, берем ключик, разумеется, вставляем его в замочек. Сейчас узнаем, что произойдет. А, активируется эта штука. Теперь мы сможем прыгать туда-сюда. Оки-доки. А нужно ли мне это было? Вот в чем вопрос. По-моему, нет. А, эта штука тоже активировала. Посмотри, сколько их! Вас что так много-то? Армия скелетов! Хорошо, что у меня есть пушка такая. Не приходится бить мечом своим. Просто! Можно было, кстати, взорвать, я про это забываю, про эту функцию. Про функцию взрыва. Видишь, можно теперь сюда и обратно. Но! Как добраться до туда, до верху? Я не понимаю. И здесь вот эта штука, она закрыта, она открывается только на ту кнопку. Ну, блин, думай теперь, гадай. Как это можно реализовать? Ой. Ну, никаких вспомогательных средств я не вижу. Видишь, так он залезть не хочет. Да уж. Опять какие-то загадки прямо. Вот это тоже труба что-то делает. Может быть, она куда-то там ведет вниз? Видишь, ну она вниз ведет, да, вот это она и есть. Видишь, она здесь сломана. Видимо, если бы она была сделана, мы бы что-то получили. Я ж не могу туда залезть, правильно? Нет, не могу. Видишь, даже сюда залез. Так, ну здесь ничего нету, ребят, здесь проход будет, который у нас откроется только тогда, когда мы научимся ломать вот эти вот блоки. Так, здесь нужно определиться, вот что делает вот эта кнопка? Она что-то делает, она... Ой, что произошло? Испугали. Она, видимо, подает что-то. Ну что? Ладно, давайте еще внизу походим. У меня ощущение, как будто я здесь что-то не взял, что-то не увидел. Давайте посмотрим, может быть, все-таки что-нибудь-то найдем. Здесь ничего нету. Все с какой-то яркий блики какие-то появляются, да? Кстати, надо будет еще кое-что сделать, то, что я до сих пор не сделал. Но это сделать довольно-таки просто. Нам нужно взять с вами один из кристалликов таких вот ярких, любого цвета, и вернуться в самое начало игры. Но прикол-то в чем? То, что я не знаю, как это сделать. То есть, как вернуть самое начало игры? Непонятно для меня. Так, ладно, давай пока сюда. Я отсюда просто никак не могу вернуться в начало игры. Вот что самое печальное. То есть, у меня нету какого-то пути именно отсюда туда. Вот это куда меня приведет? Давай проверим. Ну, это приведет нас сюда. Вот и здесь мы как раз-таки упали отсюда. И здесь у нас уже обратного пути нету. То есть, мы оттуда упали ведь. Оттуда. Как я могу туда забраться? Никак, разумеется. К сожалению, никак не получается. Так, ладно тогда. Возвращаемся обратно. У нас есть еще места, куда мы не ходили. Побежали, 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 побежали. А, кстати, что бежать-то? У нас есть теперь вот это вот... платформа, которая отправит нас далекие-далекие дали. Опа. Жалко, что я во время этого не могу прыгать еще. Так бы вообще, ребят, улетели вообще непонятно куда. О, здорово. О, здорово, здорово. Говнюки. Видишь, одним ударом их завалил. Надо отсюда, короче, прыгать. Я другого варианта не знаю. Как это делается? То есть я только отсюда до туда и добирался. Может быть здесь есть... А, вон платформа активировалась. Та-да-да-да, та-да-да-да. Теперь можешь даже не прыгать, как я это делал раньше. Так, опа! И все. А то я тут мучаюсь, хожу. Пытаюсь перепрыгнуть через что-то. Окей, у нас там открыто как раз-таки место, которое мы открыли с вами в прошлой серии. И мы сейчас бежим прямиком туда. У тебя можешь что-нибудь купить?
35 коинов, разрушитель щитов. Спасибо. Все? Я у тебя все купил. Пока! Удачи тебе в твоих странствиях. Чтоб ты все продал, что у тебя есть. Так, смотри, видишь, вверху какая-то фигня есть. Как туда залезть, я тоже не понимаю. Но в любом случае у нас есть вот эта вот платформа. Опа! Подлетаем. Подлетаем, залетаем, уничтожаем. Да как вы так умудряетесь-то попасть-то по мне? Ой. Вау! Жесть! Чуть не проиграл. Быстрее, 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 хилимся. Так мало жизни дает эта штука. Блин. Хотелось бы побольше, блин. Так, ладно. Здесь еще был кактус. Опа. Этот маленький кактус ничего не дает. Открываем дверку. Наконец-таки мы прошли сюда. Здесь вроде бы, может быть, даже если что-то есть, но я не знаю, что. Так, поглядим, что здесь у нас. Здесь никаких секретных проходов вроде бы нету, не наблюдается у нас. Я сюда могу подняться? Могу. Если я зайду сюда, что произойдет? Я вынырну здесь. А если зайду сюда, я вынырну здесь. О. Ты кто? У тебя есть все, чтобы разрушить... Ой, решить эту головоломку, действуй. Разрушить. Думаю, что здесь разрушать-то? Так, ну да, у меня есть все вроде бы. Это что такое? Я понял. Нам нужно взять шарик. У меня и все, говорит. Как это у меня есть все, если у меня шарика нету? Вот это что такое? Здесь тоже шариком нужно открывать. Господи ты, боже мой! Мы побежали за шариком. Без шарика ничего не сделаешь. Так, ну шариков там было много. Не знаю, остались они там. Да, здесь все, все на месте. Лежать. Все на месте, как сосиска в тесте. И что мне теперь с этой сосиской в тесте делать? Ну, видимо, я должен туда ее засунуть, чтобы активировать эту штуку. Господи, как же... Ничего не получается-то. Зачем здесь вот эти вот... А, я могу туда наверх же. Давай попробуем. Как так получилось? Чё? А почему нет? А как тогда активировать? Не понял ничего. Это что такое за штука? Не понял. Ничего не понял. Здесь тоже какая-то платформа, она тоже не работает. Может быть, она включается? Ой. Что же за головоломки такие сложные? За что мне все это? Сюда не могу ничего поставить. Там дверь не открывается. Желтая эта фигня, она не включается тоже. Ну, видишь, не включается. Не хочет. И я не знаю, что здесь делать. Представляешь? Желтая, желтая, желтая. А что это может быть желтая-то? Мы туда не ходили, давай еще туда сходим. Ну, желтое-то я представляю себе, что это должен быть вот этот шарик. Но что-то он не активирует ничего. Здесь какое-то место непонятное. Можешь здесь пройти-то, а? Я вспомнил, для чего эти штуки. Я, кстати, давно-давно не использую. Опа, кнопочка. Что она делает? Я вроде бы сюда поднимался. Или я не смог тогда подняться сюда. Смотри-ка, оу. Приветик. Вау! Красиво! Запрыгнули куда надо, но... Что это мне дает? Секретную зону мне дает это. Так, оружие подбирает монетки. А, то есть если я буду стрелять, пули... А, нифига себе! Вау! Так это ж супер!
Отлично! Вот это я понимаю! Видал такой секрет интересный? Захотел монетки какие-то собрать, которые ты не можешь собрать. Взял, стрельнул, и все. И монетки теперь у тебя в кармане. Так, нужно теперь думать, что мы можем сделать. Эта штука меня выплевывает туда. Это мне теперь больше ничего не дает, кроме как того, как я мог попасть в секретную зону. В секретную зону я попал, значит, мы можем туда вернуться, посмотреть, на что. Я могу собрать монетки хотя бы, да. Хотя бы монетки соберем. Так что я вот эту штуку оставлю здесь. Сейчас соберем монеток и вернемся обратно. Кстати, я видел вот эти рычаги. Я забыл то, что рычаги активируются тоже с помощью вот таких вот атак. Оп. Забрали монетку. Не понял. Она не доплевывает туда, прикинь. А-а-а, я упал. А, она наверх может. Ну тогда все на изи. Не понял. Какие-то дрищи напали. Встаньте, дрищи. Ой. Они умудрились на меня напасть. Засранцы. Монетку-то я взял? Нифига не взял. А как взять-то тебя? Кругом обман, ребята. Не подбирается монетка. Кругом обман. Обманули меня. Не подбираются большие монетки. Может быть, как раз таки это будет улучшение помогать нам. То есть сейчас мы без улучшения не можем ничего этого сделать. Эх, если это так, то это очень печально. Но она пролетает мимо. Я не знаю, ребят, что с этим делать. Давайте возвращаемся тогда обратно. Я не знаю. А, давайте через трубу. Почему бы и нет? Хопа. Ой, а двойного прыжка-то нету. Давай думать, что с этой штукой делать. Где мой пузырь, где мой кружочек, шарик и все остальное. Желтенький-то, а? Я же его здесь оставлял. А, вот он. Я уж думал, что опять меня обманывают. Только что оставлял же. Кто успел украсть? Так, а что с этой штукой делать? Я так и не понял. А может быть здесь что-то... Что происходит? Это листья. Что с этой штукой делать? Может быть здесь что-нибудь можно? Не, вроде бы нельзя. Желтое, так и не понял, что это такое может быть. Может быть, платить монеткой? А, во! Вот он, рычаг. Опа! Что он дал? А-а-а! Вот она меняет! Я понял тебя. Ну, давай пробуем. Интересно, слушай. То есть смотрю во все стороны и думаю, что изменяется-то вообще? Вроде бы ничего. Так. Не, здесь я никуда не долечу. А зачем тогда мне эта штука? Вот в чем вопрос. Туда я могу залететь? А смысл? Там же ничего нету для меня. Туда нет смысла лететь? Вот сюда? Не знаю. Там вроде бы тоже ничего нету. Да господи, запрыгни! Как это может так долго запрыгивать? Вот, сюда я могу запрыгнуть, действительно. И отсюда уже дойти до вот этой кнопки. Вот в чем прикол. Кнопка активирует у нас вот этот вот телепорт, правильно? Правильно. Ну или как он там называется. И куда этот телепорт нас ведет? В самое начало, наверное, в ту локацию, да? Уи! Вот это красиво. А вот это ведет ту локацию. Вот эта штука, она активируется здесь. Ой-ой. И туда я не могу никак забраться, видишь? По крайней мере, в данный момент. Окей. Лазер. Какой-то лазер. Для чего он? Поставлю туда вот эту штуку. Ага. Ага. Ты видал, что происходит? Вот эта система. Ну ладно, мы прошли сюда. Ой, опять вы. Костлявые клоуны. Ой, ой-ой, жизни нет. Ребята, успокойтесь, я пошутил насчет клоунов. И костлявых тоже. Жизни нету!
Помогайте кто-нибудь! Спасайте! Кого это я здесь нашел? Спрятался здесь. Ладно, все воюют со мной, а он один стоит. Никакого уважения к противнику. Так, ладно. Как говнюков тихо. Ой-ой. Победю. А это разговаривает, стоит с этим усатым. Говорю, никакого уважения, ребят. Никакого. Вот и все. Жизней все равно мало. Вот что проблема-то вся. Так, ну что делаем-то? Я так понимаю, я не могу принести эту штуку, да? Или могу? Давай проверим, что делает кнопка. Ой. Ага. Ого. Ого-го. Ну, давай попробуем пройти здесь. Нет, здесь нельзя. А чё, в чем прикол? То есть я могу, может быть, стрельнуть здесь чем-то, чем-нибудь? Ну, я, видимо, и должен здесь стрельнуть. А чем? Или я должен пройти сам туда? Или кубик попробовать? Да, кубик могу. Оп, кубик теперь там. Отлично. Опа, стреляем. Поймал! Отлично! Так, а теперь что делаем? А теперь просто нужно эту штуку довести вот до сюда. Здесь у нас ничего нету. Активируем. Активировали. Что еще? Что с этой штукой делать? Потому что, видишь, здесь тоже есть проход. Я вот не понимаю, где кнопка. А, вот кнопка. Давай-ка активируем тоже. А, то есть закрывается, видишь, если мы так делаем. Здесь мы... Опа! Активировали. То есть открылась эта штука или нет? Ага, то есть она должна... А я не понимаю, что должно быть. Ой-ой. Не понимаю, что происходит. Как, что я должен сделать? Через все три пройти должно? Это сложно, однако. Она вообще нормально не летит. Я должен по таким углом... О, почти! Да какой? Почему в третью ты не залетаешь? В третью не хочет, ребят, не хочет. Специально как будто издевается надо мной. Видишь, а так вообще не получается. Ну-ка, еще разок. Отличный. Разок получился. Это самый лучший разок. Да это что такое происходит-то? Не, все, у меня сломалось все. Не получается, ребят. До этого хоть что-то получалось, сейчас вообще ничего не получается. Ну какой? Ну что такое-то? Там же капелька оставалась, увидели? Видишь, два раза только касается, а третий не хочет. А чё я туплю-то? Господи. Я туплю сейчас действительно или нет? Мы проверим. Лол! Действительно тупил. Я мог все это время телепортировать этот шарик. Я просто забыл, что шарики это тоже телепортируются. Точнее, не знал, что они телепортируются, если так говорить. Я не знал, что они телепортируются. Поэтому не делайте вид, что я тупил. Сделаем вид, что я не знал. Незнание и тупость — две разные вещи. Прошу заметить. Так, ладно, теперь бежим сюда. Мне сказали, что вот эти вот блоки странные, они потом будут ломаться. Но не сегодня пока. Попозже, попозже все. Я думал, я всех убил. Еще два говнюка. Жизней нету. Но у меня есть регенерация, ребят. Если вы помните, то я брал способность, которая позволяет мне регенерировать жизни до 30. То есть до 30, и у меня автоматически все восстанавливается. Здесь есть проходик какой-то непонятный. Здесь нужно опять эту штуку приносить. Чё ты мне скажешь? Давайте... Чё? Принадлежите ли вы к 90%?
Узнаем, принадлежу ли я 90%. Я не знаю, чувак. Здесь что-то есть. Здесь есть проход. Ого, странный проход. Непонятно, куда он ведет. Ну ладно, пока что не пойду туда. Пока что я вижу смысл, ребят, закончить на этом серию. Надеюсь, вам понравилось. Если да, обязательно ставьте лайк, пишите в комментариях. Не забываем подписываться на паблик ВКонтакте. Ссылка есть в описании и в шапке канала. Это была игра Supraland. Будем смотреть, что здесь еще осталось, потому что осталось здесь действительно очень-очень много всего. Ой, я даже не знаю, сколько мы прошли. Мне кажется, мы даже на 50% игру-то не прошли. А нам еще проходить и проходить. Надеюсь, вам нравится игра, так же, как и мне. Так что будем смотреть, что там будет дальше. Спасибо всем за просмотр. С вами был Лекс, и всем добра.